В отношении 20-летней гусевчанки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте УМВД области. Девушку подозревают в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Ее задержали в Гусь-Хрустальном. Полицейские обнаружили у девушки полимерный пакет. Он был спрятан в металлическом брелоке. Экспертиза показала, что в свертке находилось синтетическое наркотическое средство массой 2,49 грамма. Полицейские установили, что запрещенные вещества девушка приобрела через тайник-закладку. Расследование продолжается. Региональный следком совместно с УМВД сообщает о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении жителя Гусь-Хрустального. 16-летнего подростка подозревают в незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, в июле этого года в интернете студент колледжа купил наркотическую смесь объемом 2,77 грамма. Продавец, получив денежные средства, сообщил несовершеннолетним координаты местонахождения наркотика. Подозреваемый на такси поехал к назначенному месту и забрал из тайника запрещенную к обороту наркотическую смесь. В этот же день сотрудниками полиции противоправные действия несовершеннолетнего были пресечены и наркотики был изъят из незаконного оборота. Вину совершенного преступления молодой человек признал полностью, содеянным раскаялся. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.